Ну что ж, дорогие друзья, всем огромный привет. Меня по-прежнему зовут Артём, это канал Атом Шоу, и добро пожаловать в наконец-то новый ролик. Боже, как же давно роликов на нашем канале не было. Это Crossout, встречаете, потрясающая игра, как я считаю, потому что она изменилась. Crossout теперь 2.0. Сегодня мы вместе с вами посмотрим, что здесь вообще изменилось, что здесь происходит. Я вам желаю приятного просмотра, дома начинаем. Поехали. Итак, давно я не играл в Crossout, на самом деле, если быть точным, года... Боже, какая красота, друзья, вы просто посмотрите на это, что это вообще, объясните мне. Ребят, это что-то какая-то жесть, меня сразу выпилили уже, у меня колеса, родной, давай, живи, живи. А что произошло-то, я даже не понял, на самом деле. Ну кто по мне стреляет до сих пор? Пилим, пилим, пилим его, пилей, хорошо, убил кого-то, смотрите. Бля, у меня вообще ничего нет теперь. Просто бомжара, ну придется взрываться, ребятки, давайте. Давайте, мина замедленного действия, давайте. Давай, бах, получай. Ну что-то ничего не произошло. Да уж. Ой, я камеру еще подвинул, ну вообще замечательно. Ладно, поехали в следующую каточку. А можно узнать, а почему все по мою душу едут? Вот и что ты делаешь? Ты что, дурак что ли? Вася. Эй, блядь. У меня слишком тяжелая машина, я не успеваю поворачивать. Блядь. Давайте не пили его, пили. Где грязь? Все, родной, ты уже можешь от... Фига он в аутсайд улетел. Что-то вообще легко как-то идет пока что у меня. Так, сейчас вот этого пиломем маленько, так сказать. Вот так вот ему... Профилактику давай сделаем. Давай, родной, улетай, улетай. Все, до свидания. До свидания, родной. Давай, все, ты че ты там стреляешь все постоянно? До свидания. Вижу еще одного врага. Чел, что ты делаешь? Он взрывается? Мой чел хочет взорвать меня. Найс. Капец, Crossout, конечно. Что-то в 2022 году какая-то жесть. Здесь какие-то пропеллеры добавили. Вот здесь вот. Вот это вот, где? Вот, пропеллеры какие-то, смотрите, что это такое? Боже мой, что за кошмар происходит? Итак, вижу первого врага, где-то он вот здесь, вот он. Оп. Итак, в чем суть этой машины? А в том, что она просто всех разрывает напополам, на две части, на три, порой даже на четыре иногда разрывает. Это просто имба, друзьяшки. Боже, посмотрите, какие красивые взрывы. Что происходит с игрой? Это просто жесть. Эй, чела взорвали. Меня тоже сейчас взорвут. Нет, не взорвут меня, потому что, ну, как меня можно взорвать? Я слишком бронированный. Хотя, куда бронированный? Это, господи, посмотрите на мою пердульку. Ее можно соплей перехаркнуть. Ну, ладно. И мы побеждаем, в принципе, друзьяшки. Я вынес уже сколько? Троих. Ну, в принципе, неплохо. Хорошо, идем. Вижу последнего врага, собственно. Оп. Добрый вечер. А я не могу поворачивать. У меня передние колеса снесли все. А, нет, одно есть, кстати. Родной улетел просто. Что-то легко, друзьяшки. Смотрите, какая графика. Вот просто выходим в тест-драйв. Ой. Просто посмотрите. Ой, лучи, смотри сразу. Боже, как это красиво, друзья. Просто игра переработана вообще в край. Просто вообще полностью. Это просто жесть, друзьяшки. Если вы хотели давно когда-нибудь поиграть в Crossout, то сейчас самое время. Я думаю, я оставлю ссылочку на скачивание в описании. Это не реклама, нет, мне не платили, но просто потому что, ну, друзья, ну посмотрите, ну за такие взрывы стоит ее скачать. Просто даже скачать и посмотреть на это. Ладно, поехали в следующую катку. Так, заходим с тыла, как обычно, ну, потому что, а почему бы нам такое не сделать, вот. Сейчас мы всех тут разнесем потихонечку, вот, родной, ты как бы улетаешь у нас официально, в принципе, улетаешь. Так, следующий к заведующему у нас, соответственно, идет. А мне, может, кто-нибудь поможет, почему я один с врагами сражаюсь, объясните мне. Тима моя где? Тут как бы командная игра идет вообще-то, Crossout, как бы тут еще кроме меня 6 человек на карте. А почему, чем занимается вот этот вот индивид, что он делает вообще? Что ты, че ты, ну молодец, хоть пострелял, хоть раз скалки. Так, вот этот чем занимается, этот воюет, молодец. Так, а этого тоже что-то тут вообще... Что же за жесть? Почему мы врагов... А, нет, минус 2 дали. А... Ладно, все, ладно, лучше просто выйти. Я, если честно, ну... Боюсь себе представить, что сейчас будет, потому что против нас чел 2700. Нет, с одной стороны, это, конечно же, немного. Да хватит там пиликать у меня все это. 2700, это с одной стороны немного.
А с другой это прилично, потому что как бы мою пердульку можно, опять же, как я напоминаю, соплей бить, поэтому мне страшно, я лучше спрячусь. Вот он, чел едет. Добрый день. Добрый день, товарищ. А вы что-то, по-моему, перепутали. А почему у меня... А, у меня не та сборка, кстати говоря, я только что понял. Я вообще переставлял эти дробаши наверх. Опа, улетел чел. Ох ты, добрый день. А, я вообще-то переставлял вот эти дробаши. У меня два дробаша наверху было. Ну ладно, ничего страшного. Так, родной, да что вы делаете? Нет, конечно, комьюнити здесь не изменилось. Как были имбецилами, так и остались в целом-то. Правильно? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, у меня один дробаш снесли, кстати говоря. Да, блядь, что он делает? Объясни. Мы в одной команде, дебил. Давай, закладываем поворот. Хорошо, что ты делаешь? Объясни мне. Вот, ну что он делает? Просто кто-нибудь мне вот сможет вообще, в принципе, сказать? Ну, то есть, вот, ну, чё ты встал здесь? Ну, ляха-муха. Какие же идиоты играют здесь. Это просто жесть. А, итак, мы добиваем еще одного чела. Может быть, ты сдохнешь уже, уйти, как бы, ну, да, добрый вечер. Он еще и взорвался. Ну, ладно, я все равно победил. Я все равно победил. Ну, мастер, что сказать-то? А как меня взрывом не унесло? Мне кажется, взрывом меня должно было испепелить, как минимум. Но что-то не срослось. Итак, я вижу первого врага, я вижу второго врага, я, пожалуй, уеду, потому что, ну, а зачем мне с ними сражаться? Моя Тима, как обычно, где-то уехала куда-то в другую сторону. Чё они делают? Боже что мой, чё вы вот такие? Может, замес какой-то серьезный начался? У нас уже базу захватывают. Боже что мой, чё происходит? Так, добрый вечер, товарищ. А как ваши дела? Как ваше ничего? Как вы вообще? До свидания. Так, один у нас улетел, второй по мне стреляет, боже. Чего? Ты с чего там стреляешь? Что за термоядерная винтовка? У меня одна пушка осталась. У меня один дробашечок маленький остался. Как мне теперь играть вообще? Как тащить? Что делать вообще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попробуем затащить вот этого. Бляха-муха. Труп чей-то. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А что это за пуль? Что за пулемет у тебя? Это что? Васян, ты что за пулемет у тебя? Это кто? Он меня просто разобрал, как будто бы не почувствовал даже, как будто бы я не составлял для него никакой угрозы. Смотри, у чела просто ХП улетело. Пока начинается каточка, я быстренько пойду налью водички. A few moments later. Да, бляха-муха пролил. 6:38 вечера. Почему-то онлайна в этой игре все равно нету. Это странно, весьма странно, ну а что поделать, других вариантов мы никаких не имеем. Да, я думаю, в то время, пока грузится каточка, можно уже и покушать, и сходить в туалет, и, соответственно, много чего еще успеть. Опа, поехали. О, все, я помню эту карту, в принципе, она для нас, ну, никакая. Я вижу чел там уже закусился с кем-то, там еще один едет, и еще один, и еще 40 человек едет на, разумеется, по мою душу. А что у меня случилось? Ай, что такое? Пролаги какие-то. Добрый вечер, товарищ, а вы что-то как-то... Ну ты что делаешь? Ты зачем меня развернул-то, дурак? Мы в одной команде. Имбецил кончен. До свидания, улетает. Так, да хватит меня разворачивать, что ты делаешь? Ты просто назад сдаешь, зачем? Едь вперед, Доминик Торетто. Так, кажется, базу захватывают. Как будто бы надо помочь, но как будто бы пока что я не могу это сделать. Так, да что по мне, все по мою душу-то едут? Почему я такой этот мальчик для избиения? Так что? Что тебе надо? Почему я-то именно? Ну бейте его, дебилы. Молодцы, хорошо. Едьте на базу, на базу, на базу, мужики, ну там 6 секунд осталось, ну какие же мне билы, а? Ладно, поехали в следующую качку. А, катка началась, да, пока я, кстати, смотрел в камеру, просто сидел и смотрел в камеру, представляете? Только эта поливалка стоит вот здесь наверху. Что за поливалка стоит, что это такое? Фалос какой-то. Ой, ты, блядь, вот въехал куда-то в леса, в какие-то строительные. Ой-ой-ой, где я? Вот, все нормально. Эй-эй-эй, кого-то убили уже. Так, ладно, я понял, назад уж отъеду. Что-то кого-то шотнули, что ли? Так, базу захватывают. Мужики, давайте в атаку.
Атакуем. Мужики, помогите мне! Ну меня тут убивают, бьют, больно мне вообще, жесть как. Кошмар, как больно. А я ему вообще сношу дробоши-то его. Вонючий, алло. Можно? Спасибо, я снес ему дробовик. А, да почему все по мою душу-то? Ну вот я как не повернусь уже на меня, все смотрят на меня. Шо ты смотришь на меня? Все, до свидания, улетаешь ты. Дебил. Пошел уже. Еще один, смотри, сразу. Вот я еще не успел опомниться, уже еще один. А тем временем, что делает моя команда, объясните. Два чела осталось живых, они вообще что-нибудь умеют? Кроме того, чтобы сливаться, объясните мне. Что ты делаешь, чел? Ты просто стреляешь в землю и ездишь. Ты че, совсем конченый, что ли? Ну, пока у нас передышечка, можно и затянуться. Итак, гадка начинается. Так, мужички, смотрите, двигаемся вот сюда. Ой, вот сюда. Давайте сюда. Да что я опять крестики ставлю? Смотри, нифига себе, я мастер. Я боюсь то, что нас сейчас могут вот оттуда вот заехать, товарищи, потому что непосредственно прямо вон там вот база врагов, и поэтому они могут прямо, собственно, вот здесь вот проехать и дать нам тренды. Но, в принципе, вроде бы, как бы они не поехали, да? Смогу? Не долетел. Блять, мужики, помогите, я перевернулся. Мужички, нужна помощь, у меня нету домкрата, понимаете? Мужички, я перевернулся, ну помогите, пожалуйста. Ну я не хотел. Честно скажу. Да опять там кого-то уже убили, да как вы так быстро сдыхаете-то, а? Ну ты видишь, если у чела дробаши, ну то держите станцию, боже ж ты мой, что ты на него рашишь-то? С пулеметами еще, мне нравится, челы просто с пулеметами рашат. Блядь, а на базе никого, сейчас опять меня снесут, да? Как тварь просто. Что у тебя за дроб... Что у тебя за вооружение? Объясни мне. Чё это такое? Быстрее взорвись! 87 хп. Ну что, дорогие друзья, всем огромное спасибо за просмотр. На этом ужасном разочаровании нам пора заканчивать. Всех с наступающим Новым годом. Если вам понравился этот ролик, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Мы увидимся уже с вами в следующем году. До новых встреч. Всем пока!